Что делать? Снимаешь? Ну да сразу, сразу положение снимать. Пошли на спину. Да, бабиди меня сними. Танцуй. Там хоть видно что-нибудь? Не до этого. Вы попросягнулись каким-то пожать там? Стану. Ну, успею. А сколько будут мать? 15 минут. Взяли на соревнования. Вот один. Вы, ну, понимаете, пожить смотрите, да? Ничего не понимаете.
А мне же в этом, вот где ходили, наверное. Значит. Светлана. А? В мире? Да. А который там нет. А, нет. Ну вообще. Ну там, в районе молодежи. Да, да, да. А в этом же зале, что ли? Да. Мухи. Да, 2 часов. Это покупают. Внеки взвешивания до 2 часов. 2 часов там это. 2 часов, да? Да. Значит, там же, где и это были. Шоу, нет, это не пионеры. Ну, пионеры порядок, по-моему. Есть? Есть козыки же уже включают. Близко. Подожди, пошли, подожди. Боись, не боись. Они свои, они не кусаются. Они свои. Не кусаются? Нет, не кусаются. Девчонки, две истории. Не бойтесь, мы свои. Thank you.
Кончил. И последний. Снимай, что ты. Тебя за то снимать. Че? Я подумал, что его надо снимать. Перекладим. Сколько раз подтянуть? 10. 10? Подходит. Сюда то, что ты делал, да? 17 косов. Ну, уже другая масса идет. Да? Рельеф подходит. Сразу видно, как раз, да, что ага. Вот, видишь, вот так. Оно еще короткое, оно так стоит? Нет, оно слабое. Видишь, через какой палец? А ты мне наоборот выпустишь.
Все, пошли. Да ты палец свой куда сидишь, не так. Да не так. Вот возьми пенанку. Возьми. Вот, что ты хочешь. Не местный. Так хочешь не напишем? Сейчас немножко надуется, потом... Thank you.
Ну ты это. Поймите. Ну да, все такие хлопки. Ты лучше руки не пачкал, а другой. Ну ладно, уже все хорошо будет. Ну-ка. Я сейчас намажу, ты как полову. Сейчас лучше. Игорь, туда поймите. Да не надо туда. Голову наклонить еще. Шею поймать. Вот, вот. Сейчас домар на слово. Я с вами. А он тебя как посчитал. Почернее меня делай. Как мои планы. Прям сейчас тюрьмы. Ты такой свирепый, всегда морда, когда ты на нас не слышишь. Не пугайся, я в доброй душе. На лицо ужасное, добрый внутри. Есть стакан, принеси мне два за концу. У нас вон дядь, там огонечек. Продиджи мочи. Так мы повесим. Сейчас стопу попьем. Не показывайте детям. Да, руки. А ну мы это зачем? Видите, до раньше не пришли. Да, я вообще сейчас. Держи дома, дядя. Осторожно, просто. Нет, ты не на месте. Давай, поближе, стань. Ну, мама занималась так. Тяни прям дальше. О. Тяните, не дают. Меня там не отпускай, тоже тяну. Прикалываемся. Дай пройдем. Пойду. Можно, значит, нужно. А как вы сейчас находите спорт, именно ваш вид спорта, в нормальном состоянии сейчас находится наш город? В среднем, можно сказать. В среднем это как? То есть ни хорошо, ни плохо? Ну, возможно, так. Ну, в худшую сторону. Во-первых, нет хороших залов. Спортивное питание все дорогое очень. Ну и условия для тренировок. Желанием выступать, желанием заниматься, стать больше. Ну, некоторым людям очень трудно выступать публично. У вас как-то нормально получается? Нормально, лидер ровно выступаю. И как? Чутко себя лучше. Как первый раз? А первый раз страшно, да? Нормально. Я первый раз выступаю в своей жизни. А я не боялся. Диман первый раз. Ну ладно, иди. Иди тоже. У вас тоже дебют, да? Да. Ребята, а представляете, вот если вы выступали не перед нашей публикой, а вот перед иностранцем? Ну ты испугался, наверное, да? Да нет. Она лучше. Почти не понравится. Она наверное, никакой. А тогда что? Мелочам надо относиться как-то поспокойнее, вся наша жизнь мелочи. Ребята, вот я слышал, что для того, чтобы серьезно заниматься бодибилдингом, вообще в жизни больше ничего делать не нужно. Это правда? Скажи, на что заниматься, если ничего? Нет, я бы сказал, что это должно так быть, но это очень сложно. Для этого нужно спускаться. Чтобы профессионально заниматься, можем этого так минуть, но заниматься для здоровья, в принципе, найти время. Да, во-первых, надо поставить вопрос, для чего ты занимаешься. Если ты хочешь быть на какой-то профессиональный уровень, то без какой-то финансовой поддержки это просто нереально. А если ты занимаешься для здоровья 40 минут 3 раза в неделю, то любой человек может заниматься. Самый здоровый образ жизни. Но вы занимаетесь для здоровья или все-таки вот для каких-то результатов? Скорее для здоровья. Да, здоровья. А вы? Здоровье. А какой самый классный результат? Это признание женщин или признание вообще публики? Это, в первую очередь, признание публики, где больше женщин. Публики, состоящие женщин. А по-моему, нет, по-моему, главное, что чувствуешь здоровое тело. А как говорится, если нет здорового тела, все остальное, ты не был умный, ты все равно будешь в своей телепрофессии, именно не разум своих высот.
считается ли нездоровым человеком? Это не здоровое тело, не здоровый дух, а такие преступления, которые позволяют раскрыться человеку, увидеть самого себя, показать. То есть затронуть виднее, правильно? То есть оценка публики, она будет, так сказать, где можно прибавить, где можно тщательнее заниматься. В первую очередь, это же для здоровья был придуман. А уже потом для рекламы? А уже потом для рекламы. По-моему, здоровый образ жизни, здоровые мысли, здоровое тело должно развиваться. Как по-гречески и по древней Элладе, мне же все ровно должно идти. То есть ни разум, ни тело не должно как-то зашкаливать. Не должно быть. Ну и спокон веков, недаром же Аполлон является символом такой красоты, что не Гаргантюа, а Дуэль. Спасибо. Это Аполлон, такой, как это не был, века идут, проходят, все равно остается красивым мужской силой. Даже вот какие-то программы не проходят, вот сегодня, допустим, по Европе Крус, как там представляете, возраст там, чипсы там, как мускулистый мужчина, то есть у всех мускулистый мужчина, почему просто здоровое тело сразу представляет, здоровый человек, который имеет здоровье, значит, правильно, он имеет мышцы какие-то, он имеет голову, чтобы нарастить, допустим, какое-то более-менее пропорциональное тело сделать. Так что каждый, это каждому доступно, каждый может к этому прийти. У нас в спорте очень много мифов. Во-первых, то, что закрепощенный, во-вторых, то, что мозги не работают. Ну, взять хотя бы всех наших чемпионов. Не наших, а на Западе, вот в Америке. Они добились каких-то высот. Тот же Арнольд, сейчас министр спорта Америки. Со слабыми мозгами, я думаю, там не пройдешь. И тоже хотя бы вот мышцы, то, что не растянуты. Снимите сегодня мое выступление, я вам покажу. Растянутые мышцы. Все, спасибо, спасибо. Всем успехов. Все, пошли. Там же, в столице. Тише, Митя.